Итак, всем привет. Сегодня мы будем проходить карту Урожайный год. Хитман Кровавые деньги. Что ж такое? Там у меня, в принципе, все улучшено. Что ж, хочу просто. Так, клип. Клип будем смотреть или пропустим. Посмотрим. Так мы появились на этой карте. Хочу пройти так, чтобы, ну, с минимум убийствами, то есть это, ну, так для переодевания, убью кого-нибудь там одного-двоих, ну, так. Хочу пройти с минимум убийствами, короче. Попытаюсь пройти с всего лишь одним убийством. Так, пойдем того убьем, чтобы переодеться в охранника, чтобы везде мне можно, ну, пропустить. Чтобы не было у меня подозрений, чтобы в костюме бегаю какой-то. В общем, да. Быстренько так пройдемся, пробежим эту карту. Еще пока он тут с дробовиком ходит, мы его сейчас быстренько придушим. Так, все, мы сейчас заберем костюм. Это считай. Считаем. Одно убийство. Я думаю, больше никого не буду убивать. Мне этой формы, в принципе, хватит. А зачем я взял дробовик-то, ё-моё? Надеюсь, вам слышно звуки какие-нибудь там, что происходит. Что нет? Не знаю. Так, ну, в общем, дробовик мне нафиг не нужен, короче. Первым делом, так, а цели, посмотрим цели. Здравствуйте, 47-й. Ваша следующая цель находится в Чили. Его имя Фернандо Дельгадо. При Пиночете он занимался разведкой и теперь же производит кокаин под прикрытием виноградника. По нашим сведениям, лаборатория расположена под землей. В общем, понятно, да. Убить вот этого вот это Фернандо Дельгадо, Эммануэли и Дельгадо. Так. Так, ну что ж, это. Как его там? Фернандо Дельгадо, это старик, он, короче, он в том здании, где охраняются вот такие солдаты стоят, так что тут. Блин, придется. Пойдем возьмем ножик, чтобы красиво его убить. Я тут не буду ни с кем это проходить, показывать карту. Думаю, все уже играли, вот в эту раз, наверное. Так, ну, сохранится на всякий случай. Вот это место вообще палевное. Так. Что, забираемся побыстренько по лесенке, по трубе наверх. Надеюсь, меня никто не спалит. Или пока нет. Я не хочу вам каждое место показывать там. Просто по-быстренькому пройдем, да и все. Что успеете запомнить? Успеете. Просто режем его, да и все. Ой. Вот так, знаете. Вот все, мы его убили. Возьмем у него пистолет. Такой пестик. Так, что же, выходим тоже через это же окно. Пока что на моем счету только один лишний труп. Остальные не считаются, потому что это как бы по миссии, так и не будут считаться. С одним пока трупом держимся. Так, так сюда. Перелезем. Всем пофиг на нашем тут лазим. Так, второй это у нас Мануэли. Он там постоянно ходит в винном зале внизу. Там можно его поставить мину и его завалить. Вон он в фиолетовой рубашке стоит. Это он. Может, для начала устроим небольшую экскурсию? Надо сохраниться. Ладно, ай, придется ждать, пока мы это. Итак. Ради нее я и приехал, друг. Как я же мог забыть, ладно. Ай, короче. Сейчас вам надо мину заложить. Блин, тут чувак ходит. Пока он не палит. Оп. Мину заложим, пока не палит. Вот у этого камера, блин, тебя заснять не может. Короче, тут вообще не важно, скинет они это самое, ни в левом, ни в скине, короче.
Ну, мне там не в костюме, и в костюме, или ты там переоделся, или что ли с тобой происходит, а все равно, короче, камера палит хоть как. И камеру, ну, там, видеозапись бьет все равно и как-то изымать, короче. Хоть ты переоделся, хоть ты не переоделся. Как камера тебя все равно палит и пишет, что вы записаны на камеру. Не, ну какого фига он туда в угол стоит, что на середину встать не может? Потому что доски не падают на угол, они вот куда падают сюда. Что они на него не попадут. Что за баганная игра? Хочу его убить, короче, как по несчастному случаю хочу его убить, он что-то не получается. Тупой какой-то. Куда он пошел? В комнату себе что ли пошел? А, какой ты мученый-то, а? Затупок какой. Кстати, здесь фишечка есть, он здесь. Ну да, хим какая-то хрень там происходит. Вон армейцы стоят, нафиг они нужны, я боюсь. Вон он пошел показывать ему, походу, свою фабрику изготовления. Что он делает? Шнурки за шлей завязал. На ботинках шнурки шлей завязал. Окей. Четкий пацан. Долго тут стоять-то будут? Ну я, наверное, перемотаю, когда она, конечно, пойдет оживиться, чтобы долго ждать. Меня достанут, она пришла. Вот он наконец-то вышел из этой фабрики. Я тут уже переоделся в пацанчика. Там одежда около кровати валялась, я переоделся в рабочего. Прикольный такой скин. Ла-ля, я хожу рядом, всем пофигу. Почему пришел себе в комнату? О, патрончики можно открыть. О, все, встал. Сейчас мы наверное. Нажимай кнопку. Е-е-е, завалила его. Все, хана ему, короче. Теперь валим отсюда. Ну все. Забираем свой этот костюмчик свой, все, забираем. Валим отсюда. А, я что там убивал кого-то. Меня никто не палит. Там бочки с вином на него упали и дали это розовые брызги вообще райском. Яр. Ё-моё, тупой дробовик. Надо заряжать его. Я лучше футляр возьму. Скин такой четкий, мне нравится. Скин такой прикольный. Рабочий такой. Четкарский. Вот, собственно, и все. Прошли с... Ой, зачем я переоделся? Почему я нашел бомж? Прошли всего за сколько-то... Ну, быстренько ничего не искать не надо было. Ничего не это, просто всех побывали по-быстренько. Водопад красивенький. Кстати, я как раз, когда раньше играл, я вот постоянно с балкона его скидывал сюда, вот вниз. И он у меня в воду падал, трупак этого Мануэля какого, как его там зовут? Это было? А, Фернандо Дельгадо. Я его постоянно сюда скидывал в речку. Мне это постоянно нравилось. Миссия такая легкая очень, но всего две цели, убить да убить, и все, свалить на вертолете. Вон там пацанчик еще стоит, сейчас мы его тоже скинем в водичку поплавать. Никто меня не палит. Всем пофиг на меня. Пацанчики стоят, прыгай. Бу. Сальдоха навернул. Вон еще один стоит. Сейчас мы его тоже туда же отправим. Прыгай. Опу. Да, и ты тоже прыгай. Ва, куда побежала, ебич. Прыгай с кузов. Прыгай. Прыгай в море. Он в речку врыги. Вау, нате, заднее сальто сделал, ничего себе он крутой. Я у него еще отжал. Автомат еще у него отжал.
Ладно, короче, валим отсюда. На, миссия вообще легкая, тут даже думать. Еще один. Сейчас мы тебя тоже скинем. Ой, пришлось отрубить, ну ладно. Но это не убийство, мы его просто отрубили, его можно оживить потом, короче, он встанет, мы его просто дыхалку сломали, короче. Ой, так, все, прошли всего убийств, 3 убийства. С одним убийством этого гражданского и 2 убийства, естественно, целей. Ну, короче, в общем, шума, насилия вообще никакого. Вот это мне нравится. Специалист ваш рейтинг. Время прохождения 10 минут, шума вообще мало. Ну, 75 тысяч рейтинг бонус дали. Ну, у меня есть и артманы, и на читере, на старый мой этот аккаунт. Тут на Хитмане залегал. Ну, как сказать. В общем, я тут читерил его раньше. Ну что ж, все. Всем пока. Сам это было клево. Очень быстро прошел миссию, да еще и никого не убивая при этом. Хотя иногда люблю побаловаться, мясо там устроить, всех убивать, там с дробаша походить. Всем пока.